Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 25 февраля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Алексия, Марии, Евгения, Антония. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. В этот же день Святая Церковь совершает память святителя Милетия, архиепископа Антиохийского. Сей великий святой муж был исключительно даровитым толкователем и защитником православия. Всю свою жизнь посвятил он борьбе с арианством, не признававшим Сына Божия Богом и хулившим Святую Троицу. Трижды еретики смещали его с архиепископского престола, изгоняли, ссылали в Армению. Борьба между православными еретиками велась столь ожесточенно, что однажды, когда святой Милетий говорил народу в храме о Божественной Троице, в Единице, его собственный диакон, еретик, подбежав к владыке, закрыл ему уста ладонью. Не в состоянии проповедовать языком, Милетий вещал знаками. В частности, поднял он свою руку ввысь и сначала показал народу три пальца, а затем сжал ладонь и поднял вверх один. Участвовал святой Милетий в работе Второго Вселенского Собора, на котором император Феодосий Великий воздавал ему особые почести. На этом соборе Бог рукой сего святого архиерея явил чудо. Когда Милетий разъяснял арианам догмата Святой Троицы, то сначала поднял вверх отдельно, один за другим три пальца, а затем сомкнул их воедино, и в это мгновение из его руки всем присутствующим блеснул свет, подобный молнии. На соборе святой Милетий утвердил святителя Григория Богослова на Цареградской кафедре. Ранее же рукоположил он в диакона святителя Василия Великого и крестил святителя Иоанна Златоуста. По завершении собора святой Милетий окончил свою земную жизнь в Цареграде. Его мощи были перенесены в Антиохию. В современном мире, в котором так часто стали нападки на христиан, начиная от всевозможных антихристианских акций, которые благодаря поддерживающим их средствам информации преподносятся с определенным акцентом. Ведь всегда же можно показать ситуацию и прокомментировать ее с определенными акцентами. И кончая бытовыми разговорами, которые происходят в постоянном режиме, как только собирается где-нибудь компания выпить, закусить, то одной из тем пренепременно будет тема духовной жизни или жизни церкви, или патриарха, или попов на мерседесах, потому что, как в свое время сказал старец Симеон про Христа, что сей лежит на падении на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания. Потому что так или иначе, все эти разговоры, они относятся ко Христу. Что есть истина? Потому что каждого человека этот вопрос беспокоит. Душа волнуется, но всегда же нужно делать выбор, потому что истина, она очень конкретная и требует определенных действий. И каждый христианин, такой настоящий христианин в этом мире, он становится врагом этому миру. Потому что все желающие жить благочестиво, они неизбежно будут гонимы. «Если бы вы были от мира, — говорил Господь своим ученикам, — то мир свое любил бы. Вас бы прославляли, величали, награждали. А так как вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир». Мир, лежащий во зле, ненавидит Христа.
И всякий раз при удобном случае бросает в него камень. Но напрямую, это же очень откровенно, так выставить себя, ну, пока еще не пришло то время, когда Господь говорит, всякий убивающий вас, христиан, будет думать, что он тем служит Богу. Пока еще ситуация сохраняется, как бы внешне, по-видимому, такое христианское приличие, что ну, нельзя взять и убить христианина ну, просто там по ненависти к Христу. И нельзя сказать, что там, я против Бога. Поэтому так намеками там, в третьем лице через церковь, через служителей церкви. Человек все равно выражает свою ненависть. Выражает ну, в каком-то смысле свое хамство. Потому что, ну какой бы ни была мать, любой нормальный ребенок, он до последнего будет пытаться свою мать защищать, будет драться за ее честь, будет давать в зубы тому, кто скверно скажет про мать, даже если по факту это имеет место быть. Ну, потому что это имя мать, оно священно. Священно для всякого нормального человека. Церковь родила к духовной жизни 80% нашего народа населения. 100 миллионов людей являются христианами. Ну, хотя бы просто по принадлежности, по крещению, что в них произошла вот эта удивительная перемена. Они из мертвых, безжизненных творений стали живыми, способными к жизни с Богом через таинство Святаго Крещения. И сколько крещенных людей позволяет себе всевозможные выпады против своей духовной матери, против церкви, являясь по принадлежности с сами христианами. Здесь возникает вопрос, а как себя вести в таких ситуациях? Очень часто человек, который душой переживает, у которого сердце болит от того, что он видит и слышит, ну, потому что это же родные люди, друзья, собрались и несут всякую чушь. Да, вот это притча во языцах попы на мерседесах. Ну, я уже 20 лет в церкви, я не видел попа на мерседесе. Может, они, конечно, где-то и есть, но вот так, чтобы на 500-м, 600-м, даже на стареньком. Не припомню, чтобы какой-то батюшка себе мог такое позволить. Ну, просто потому, что это является ну, соблазном для многих людей, которые ну, заточены на то, чтобы видеть. И всегда хочется спросить, вот вы об этом говорите, вы лично видели? Вы общались? А если нет, то вы, как вздорные бабы, переносите сплетни. Как-то бабьих басен и всевозможных сплетений надо устраняться, по слову апостола Павла. А когда это совершается с регулярной периодичностью, это воспроизводится, ну, как некоторое знамя такой неблагонадежности церкви. Вот там такие-сякие. И вот как в этой ситуации быть христианом? Часто христианин смущается. Я, говорит, боюсь, что вступлю в спор и не смогу аргументированно доказать свою, ну, или церковную позицию.
доказать истину. И поэтому отсиживаются. Внутри страдают и боятся высказать свою принадлежность к церкви. Может быть, не всегда уместно сказать. Хотя хаму порой и стоит закрыть уста. Хотя бы просто вежливо сказать, что давайте мы не будем об этом говорить, потому что это является хамством. Обсуждать, даже если грехи, грехи отцов. Если такой решимости нет, можно просто встать и выйти. Выйти из компании, где об этом говорят. Этим действием выражая свое отношение. Потому что у человека ведь может быть авторитет в определенной компании, и его позиция, она будет определенным образом истолкована. Кроме того, как в свое время сказал западный кардинал Анри де Любак, нам не дано было сделать так, чтобы истина восторжествовала. Мы должны были свидетельствовать об истине. Вот каждый христианин, он должен просто свидетельствовать об истине. Тем, что он христианин. Тем, что он не поддерживает подобного рода разговоры. Ну и фактически клевету и сплетни. Что ему это неприятно. Просто своим уходом от разговора он сохраняет себя. А может быть, уберегает и от дальнейшего греха тех людей, ну, которые увязли по немощи, по слабости, по подобострастию, подверженности общественному мнению в этом страшном грехе, за который Господь проклинает. Потому что хам, совершив надсмеяние над отцом, он последующую жизнь прожил очень-очень грустно. Несчастно, без Божьего благословения, без благословения Отца. Совсем немного нужно засвидетельствовать об истине, что я тоже христианин, и мне это неприятно. И помогай нам всем, Господь.